Сады России представляют. Яблоня краса Свердловска. Это сорт краса Свердловска, один из достаточно старых и один из самых признанных сортов селекции нашей станции, который распространен не только в нашем регионе, но и очень любим, например, садоводами Челябинской области. Хочется отметить, что хотя сорт выведен более 30 лет назад, но он до сих пор не теряет своей актуальности. Это сорт зимнего срока созревания. Плоды крупные, но в этом году из-за засухи они немножко поменьше. Но они еще нальются, мы надеемся. Сорт собирается, как все зимние сорта, до заморозка, где-то в сентябре-октябре. И хранится в условиях хранилища где-то до января-февраля. Плоды очень хорошего вкуса, с такой достаточно плотной мякотью. Урожайность у этого сорта, правда, средняя, но все-таки вот этот вот один небольшой недостаток перекрывается его другими достоинствами. Достоинствами сорта краса Свердловска является отличный вкус плодов, хорошая лёжкость и относительная устойчивость к парше. Сорт краса Свердловска характеризуется такими очень ценными качествами, то есть это очень привлекательный внешний вид яблок, отличный вкус. На дегустациях он никогда не ниже 4,5 баллов. Естественно, что вкус меняется от условий года, но все равно эти яблоки своего вот этого вот качества не теряют. Очень хорошая лёжкость, то есть плоды хранятся до января и февраля, но в условиях оборудованного какого-то хранилища могут сохраняться и дольше. Эти яблоки собраны, конечно, раньше, сроков сбора. Они сейчас где-то чуть больше 100 граммов, хотя, конечно, в этом году у нас была засуха, то есть они должны были быть более крупного размера. Обычно вес этих яблок около 200 граммов, примерно раза в полтора-два больше вот этих вот плодов. На международной дегустации признано, что плоды вот этого сорта и по своим внешним качествам, и по качеству вкуса на уровне лучших европейских сортов яблок. Свердловская селекционная станция была создана в 1935 году. За это время было создано очень много сортов яблок. И можно считать, что вот этот вот сорт краса Свердловска является визитной карточкой нашего учреждения. Зайдите в наш интернет-магазин, жмите ссылку на экране или посмотрите другие видео на нашем канале.